субботу Расимыча. Закончили с прицепом. Теперь он у нас выглядит вот так. Приделали сзади стопы и поворотники. Закрепили номер. Сейчас Расимыч колдует на 200-кой. Подводит туда условно маму, чтобы мы могли нормально подключить вот этот кабель. И у нас в этом случае тогда все заработает. Сделали ящик. Он небольшой, но всякого рода мелочи сюда класть. Вот самое оно. Ну, как раз здесь лежит наша кабеля. Ой, кабеля говорю. Шаклы. Даже не шаклы, а троса. Хотя шаклы сейчас тоже будут лежать. Вот. Красавец стоит. Ну, короче, ждем. Как закончить, выйдем, поедем.